Добрый вечер. Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Ваишев. Сегодня уже очень близко к его завершению. Начинаем мы с 39 главы, первый стих. «Йосеф был отведен в Египет, купил его Потифар, евнух фараона, начальник телохранителей из рук ишмаильтян, отведших его туда». Напомним строение главы. Большая часть ее занималась вопросом истории продажи Йосефа, то, что было причиной продажи, сама продажа. Но вот сразу после истории о продаже Тора не приходит к тому, что было с Йосефом в Египте, а в середину вставляется история Иуды и Тамар. И вот теперь Тора снова возвращается к своему повествованию и говорит о Йосеф, которого уже продали. Он был отведен в Египет, купил его Потифар, евнух фараона. И это отмечает у нас здесь Раши прямо в своем первом комментарии к этому отрывку. Писание здесь возвращается к предыдущему. Вернемся к нашим баранам, к повествованию, которое было прервано. Ну, и здесь вопрос, а для чего же оно было действительно прервано? Почему Тора не дает нам развитие сюжета гладко, продолжая, почему бы Тора не продолжила сразу после продажи Йосефа о том, что с ним случилось в Египте? А оно было прервано, пишет Раши, для того, чтобы низведение Иуды поставить рядом с продажей Йосефа. То есть то, что ведь начинается вся история Иуды и Тамар с того, что Иуда уходит, отделяется от своих братьев, уходит от них, и это было не случайно. И он ведь не просто ушел от них, ведь перед этим он был наиболее важным из всех братьев, он был вождем, лидером всей семьи. И вот теперь бывший лидер уходит, оставляет свою семью, и это связано с продажей Йосефа. Тем самым говоря, что вот именно из-за этого, из-за продажи Иуду и лишили его величия. То есть братья поставили ему вину: ты руководил нами, ты подал нам идею продать его в Египет, и это привело к тому, к чему привело, нежелательные последствия и горе отцу. Если бы ты нам сказал что-нибудь другое, мы бы тебя, безусловно, послушали. Вот все это вместе нарушило отношения между Йосефом и остальными его братьями, поэтому он уходит. И вот теперь Тора возвращается, закончив историю Иуды и Тамар, она возвращается к повествованию. Дальше Раши дает еще одну причину, цитируя здесь Талмуд, почему Тора вставила историю про Иуду и Тамар посредине повествования о судьбе Йосефа. И еще для того, чтобы поставить рядом поступок жены Потифара и поступок Тамар. Поступок жены Потифара, о котором мы очень скоро будем говорить, о том, как сказано, что случилось после этих событий, жена господина возвела глаза на Йосефа и сказала ему: «Ляг со мной». Так вот, этот поступок, который нам кажется, по простому чтению текста, кажется просто результатом похоти богатой и знатной египтянки, на самом деле не так. Тора здесь указывает, что были у нее совершенно другие мотивы. Может быть, в дополнение ко всему они были еще другие. И главные были другие мотивы. Что это за мотивы? Они были подобны тому, как действие, поведение Тамар ни в коем случае нельзя объяснять похотью. То, что ей руководило, это желание. То есть ее действия были, что называется, лешем шамаим, во имя небес. Руководило ей желание, чтобы у нее были дети от Иуды, либо от его детей, либо от него самого. Точно так же и в истории с женой Потифара. Оказывается, и у той, и у другой были высокие побуждения, так как жена Потифара на основе данных астрологии предвидела, что ей суждено произвести сыновей от Йосефа. То есть она видела, что у нее и у этого раба, который попал в ее дом, будут общие потомки. Правда, как обычно, ваши подчеркивают астрологи, никогда не дают
точного предсказания, и астрологи, которые были в Египте, мало чем отличались от астрологов в наше время. И вот общее направление они дали, что у них будут общие потомки, но она не знала, будет ли это от нее или будет это от ее дочери, как в дальнейшем на самом деле получилось. Вышло, что потомки-то были от ее дочери, но этого не зная, она стала домогаться Юсефа. Итак, запомним то, что говорит здесь Раши, со слов наших мудрецов, что на самом деле намерения и мотивы поведения жены Потифара были Лешем Шамаим, были во имя идеалов, были высокие у нее здесь побуждения. Запомним это утверждение. Пока что будем двигаться дальше. Итак, и был Господь с Юсефом, и стал преуспевать в делах, и жил в доме своего господина египтянина. Наиболее простое объяснение слов, что такое «и был Господь с Юсефом», это значит объяснение того, что сказано сразу после этого. Стал он преуспевать. То есть был он человеком преуспевающим, и вот это вот преуспевание – это результат того, что Всевышний не покидает его. Есть очень интересный мидраш. Его приводит комментарий датский Ними Балея Тосфот. Мидраш этот говорит так. Посмотри, насколько отличается поведение Всевышнего от поведения обычного человека. Обычный человек, как это у людей бывает часто, когда мы близки к человеку, когда какой-то человек находится на пике успеха, когда у него все идет хорошо, когда он успешен, то вокруг него полно друзей. Но что будет, если этот человек теряет свою позицию, прекращаются его успехи, он уже не такой успешный, он теряет свое положение, теряет деньги, а уж тем более, если он совсем попадает в беду, где его друзья? Большинство его друзей покидает его. Со Всевышним не так. Мы видим, что Юсеф, хотя он оказывается сейчас на самом дне человеческого общества, на самой последней ступеньке социальной лестницы, Всевышний, как сказано, и был Господь с Юсефом. Он вместе с ним и в час, когда Юсеф взлетает во время его совершенно невероятного, фантастического взлета на пике его карьеры, он вместе с ним, и когда Юсеф оказывается в самом-самом низу социальной лестницы. И еще продолжает дальше мидраш, еще одно сравнение любопытное. Посмотрите на поведение Юсефа. Первое, что можно здесь видеть, насколько отличается поведение Всевышнего от поведения человека. А посмотрите и на поведение Юсефа. Его поведение тоже не поведение обычного человека. Он тоже не похож на обычных людей. Ведь среди обычных людей мы всегда находим... Есть люди богобоязненные? Да, конечно, безусловно. Но обычно это богобоязненные люди в тот момент, когда становятся богатыми, успешными и поднимаются вверх-вверх по лестнице успеха и карьеры, то чем выше они поднимаются, тем меньше богобоязненности у них остается. А с Юсефом не так. Будучи даже на пике своей карьеры, он остается человеком богобоязненным. И еще комментарий дает мидраш. На что это похоже? На человека, у которого было 10 ослов, груженных вином. Вино, ценный груз, везут его ослы. И вот когда он останавливается, он вдруг видит, что один из ослов заходит в дом нееврея. В этот же самый момент хозяин бросает 10 своих ослов и бежит за одним ослом, который зашел в дом нееврея. И его поведение совершенно рационально понятно. Почему он бросает всех остальных на улице и бежит вслед за этим? Да потому что если сейчас осел, груженный вином, зашел в дом нееврея, нееврей, если он только дотронется до вина, вино это будет запрещено. Все, что можно будет с ним сделать, это только вылить его в ближайшую канаву. Поэтому человек, сломя голову, бросается за тем самым ослом, чтобы охранить его, чтобы, не дай бог, нееврей до него не дотронулся. Точно так же и здесь. 10 братьев, Всевышний, понятно, его поведение всегда есть индивидуальная опека за всем семейством Авраама, Ицхака, Якова, все семейство Якова, все его сыновья, безусловно, они опекаются индивидуально, да.
Но в тот момент, когда один из них попал в дом нееврея, как он попал в Египет, и он там может испортиться, безусловно, это опасение очень-очень даже реально, то Всевышний находится с ним, чтобы оберечь его, чтобы не дать ему испортиться. Итак, и был Господь с Иосифом, и стал он преуспевать в делах, и жил в доме своего господина, египтянина. И увидел господин его, что Бог с ним, и что всему, что он делает, Бог дает успех в его руке, и обрел Иосиф милость в его глазах, и служил ему. Вот здесь вот можно видеть, как Иосиф поднимается по ступенькам успеха. Начинает он как простой раб. Но очень скоро он уже оказывается, и об этом уже провидение, заботится и печется. Среди он, они оказываются среди рабов, которые работают на поле, потому что там никто его никогда не заметит. Там раб может начать и кончить свою жизнь среди десятков, сотен и тысяч таких же, как он, безымянных, бесцветных, никому незаметных людей. Но здесь получается так с самого начала, поскольку он преуспевает, жил он в доме своего господина египтянина. То есть его командируют в дом хозяина. Там можно попасть на глаза хозяину. Там можно отличиться. Когда человек выдергивает редиску на грядке, то даже если он это делает очень профессиональным образом, и даже если он вырывает в полтора раза больше редисок, чем все остальные, ну, бригадир это заметит, но и дальше этого ничего не пойдет. Совершенно не такая обстановка в доме у господина. Здесь отличившийся раб, здесь отличившийся слуга начинает быстро подниматься. И увидел господин его. Не прошел он мимо. Ни и господин, и потом в дальнейшем, и госпожа замечают молодого и удачливого раба-еврея. И увидел господин его, что Бог с ним, и что всему, что он делает, Бог дает успех в его руке. И обрел Иосиф милость в глазах его. И служил ему. Вторая ступенька. Он уже не просто в доме у господина можно работать и на кухне, можно выносить помои, можно мыть полы. Он поднимает его господина еще на дно, он делает его своим личным слугой, своим личным лакеем. Следующая ступенька, и он назначил его над всем своим домом. То есть он становится управляющим в усадьбе своего господина. Мало этого, следующая ступенька, и все, что у него отдал в его руки, не только управляющий домом, он становится полностью генеральным директором всех дел, бизнеса, ведения усадьбы, все, что есть у господина, господин, полностью доверяясь ему, передает ему. Вот эти самые ступеньки восхождения, которые проходит Иосиф. Вопрос, который возникает здесь, он вот какой. И увидел в третьем стихе. И увидел господин его, что Бог с ним. Вопрос. А как он увидел? Что значит увидел, что Бог с ним? И не будем забывать, о ком идет речь. Речь идет о египтянине. К тому же еще и царедворец, евнух фараона, человек, облеченный властью, положением, уверенный в себе, язычник. Египтяне поклоняются самым различным божествам, в том числе и животным, и крокодилам, и змеям, и кошкам, и быкам, Менису, и Апису, и богу солнца, и богу Амон-Ра, кому угодно. И откуда ему, язычнику, увидеть, что Бог с Иосифом? Это первое. На этот вопрос мы могли бы сказать, ответить просто. Но он же видит, что тот оказывается невероятно удачливым. То есть он, может быть, не разбирается в таких вопросах, Бог или как кто, но удачу-то он видит, что здесь есть что-то сверхъестественное. Ну, а все равно пока еще не ясно, потому что такой сверхъестественный успех хозяин, безусловно, может приписать самому себе. Может быть, он евнух фараона, он царедворец и вельможа. Может быть, это он такой удачливый, может быть, это он такой крутой, что у него все просто вот замечательно получается. Поэтому откуда у него понимание о том, что Бог с Иосифом, и это источник всей вот того вот фантастического успеха. Есть в Торе еще одно место, в котором так говорится, когда другой язычник, это царь Плештим, царь палестинцев,
Авимелех, когда он говорит, обращается он к Аврааму, и тоже сказано, что он увидел, что, точнее, обращается он к Ицхаку, это уже во второй раунд, когда Авимелех имеет дело с сыном Авраама, с Ицхаком, и там он тоже обращается, когда он приходит к нему, он обращается к нему и говорит, что мы видели, что Бог с тобой. Там это вроде понятно, потому что все в стране в этот момент голод, а Ицхак, несмотря на голод, на засуху и неурожай, он сеет и получает рекордный урожай. Ясно. Здесь сверхъестественный успех. Но ведь в случае с, как мы сказали, с египтянином, с Потифаром, так может быть и Потифар мог подумать, что это он такой успешный. А Клиакар, он отвечает на наш вопрос следующим образом. Он пишет так, что то, что сказано, и увидел господин его, что Бог с ним, и что всему, что он делает, Бог дает успех в его руке. Кому? Ему. Тому, что он делает. Кто делает? Обычно понимают это, увидел господин его, что Бог с ним, с Йосефом. И тому, что он, то есть Йосеф, делает, Бог дает успех. И нет, говорит Клиакар, это не так нужно понимать. Увидел господин его, что Бог с ним, и всему тому, что он, то есть он сам господин. Все, что господин отныне делает, получается удачно. Ему, господину, сопутствует удача. Но с одним условием. Бог дает успех в его руке. То есть, если в его делах оказывается замешанным Йосеф, не только у Йосефа все получается, но и у него все получается. И при дворе у него все очень здорово идет. И в бизнесе его здорово идет. И все у него. И урожай, но при одном условии. Но если чтобы Йосеф был там. А если он назначит кого-нибудь другого, если он будет использовать услуги другого человека, совсем не тот результат. Поэтому, говорит Клиакар, у него не было сомнений. Если, может быть, ему даже очень хотелось отнести успех себе, но факты говорили совершенно о другом. Что все связано именно с Йосефом. Каждый раз, когда Йосеф оказывается замешан в деле, браха и успех от него расходится на всех остальных людей. То, в чем он замешан, не только он сам у него успешно получается, но и у всех остальных есть успех. Как только он не замешан, совсем-совсем другая картина. Так объясняет Клиакар. Но вот Раши пишет по-другому. «И увидел господин его, что Бог с ним, что имя Бога неизменно пребывало на его устах». Вот что имеется здесь в виду. Это не описание успеха, а это просто факт. Что он увидел? Увидел, что Бог, что Йосеф постоянно упоминает имя Бога. Вот откуда язычник делает вывод, что Бог с ним. На первый взгляд возникает ощущение немножко притянутости этого комментария. Вот как изображает нам Раши Йосефа как какого-нибудь современного Бальчува, который, в особенности у Сфарадин, который, стараясь быть больше католиком, чем Папа Римский, начинает говорить «Безрат Ашем» через каждые два слова. «Безрат Ашем», «Безрат Ашем», «Я пойду Безрат Ашем», и завтра скажу «Безрат Ашем», «Безрат Ашем», «Безрат Ашем». А что, Йосеф тоже так? Ну, вроде как это не то, что было принято у них. Но человек, который внимательно-внимательно почитает текст, он увидит потрясающую вещь. Мудрецы здесь ничего не комментируют. Они просто, я говорю, мудрецы, это комментарий Раши, но Раши это приводит со слов мудрецов. Так вот, просто здесь есть внимательное прочтение текста. Если мы посмотрим все фразы вот, прямого текста, там, где есть прямая речь Йосефа, мы увидим практически в каждой фразе имя Бога. Здесь нет никакого комментария, просто действительно факт. Это человек, который постоянно в своей речи упоминает имя Бога, в своей речи по отношению к египтянам, в своей речи по отношению в дальнейшем и к собственным братьям, всегда и всюду упоминает имя Бога. Так писал Раши. А Рамбан приводит этот комментарий Раши,
не соглашается с ним и говорит, что нужно понимать эту фразу не буквально, а в плане успеха. То есть то, что увидел господин, что поскольку Юсеф такой удачный, успешный, это означает, что Бог с ним. И затем он приводит мидраш, смысл которого сводится вот к чему. И хозяин заметил две вещи. Первое, что все, что делает Юсеф, все очень успешно. Второе, что он постоянно чего-то шепчет. Из этого хозяин сделал вывод, не тот, который бы мы сделали. Хозяин же египтянин. Он стал опасаться, а не колдун ли этот Юсеф. Все у него очень здорово получается. Наверное, он просто колдует. И тогда он стал над Юсефом смеяться. Ты что, это знаешь, это все равно, что продавать чай в Индии или в Китае. Ты сюда привез колдовство в Египте, колдунов, чаров и магов и чародеев, где своих хватает. И только потом он понял, что на самом деле не так. Потом ему было откровение, то ли во сне ему приснилось, то ли еще что-то, и он понял, что на самом деле речь здесь идет не о колдовстве, и то, что этот человек пришептывает, он пришептывает молитвы, нету здесь никаких ни заклинаний, нету здесь никакого колдовства, просто Бог с ним, и в результате ему сопутствует успех во всем. Как реагирует Юсеф на этот свой успех? На этот свой взлет. Читаем дальше. «И обрел Юсеф милость в его глазах, и служил ему, и назначил он его над своим домом, и все, что у него, отдал ему в руки. И было с того времени, как он назначил над своим домом и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Юсефа, и было благословение Божье на всем, что у него в доме и в поле. И оставил он все, что у него, в руках Юсефа, и не знал при этом ничего, кроме хлеба, который ел». Ну, на первый взгляд, этот стих имеет в виду, если понимать его просто, то есть ни о чем он больше не заботился, только о том, чтобы у него был завтрак, обед и ужин, что-то на этом уровне. Мудрецы говорят, нет, имеется здесь несколько другое. «И не знал при этом ничего», пишет Раши, «не заботился он ни о чем, кроме хлеба», имеется в виду, это его жена. То есть единственная вещь, которая его волновала, это исключительно отношения с собственной женой. А то, что это названо здесь хлебом, это просто эвфемизм, то есть выражение, которое, когда мы произносим, мы понимаем, что имеется в виду, хотя сказаны совсем другие слова. А комментаторы Раши спрашивают, извините, но в самом начале текста было сказано, что он срис паро, то есть он Потифар, евнух фараон. С каких пор евнуха фараона волнует его собственная жена? Может быть, хлеб его буквально, то есть завтрак и обед его волнуют, но если имеется здесь в виду, это просто красивым образом сказанная жена, так вроде как он евнух. Ответ на это простой. То, что написано в Торе евнух, подобного рода текстах, евнух царя, не имеется в виду конкретно евнух, имеется в виду царедворец. Это просто другим словом, это слово означает смысл его царедворец. Поэтому мы в дальнейшем можем так его и называть, не евнух царя, а царедворец. И оставил он все, что у него в руках. Все, что у него в руках Юсефа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. А Юсеф был красив станом и красив видом. И так случилось после этих событий, что жена господина возвела глаза на Юсефа и сказала: «Ляг со мной». И Юсеф был красив станом и красив видом. Для чего Тора здесь об этом говорит? Очень редко в Торе можно найти описание внешности ее героя. Иногда это может быть сказано по отношению к женщине, к девушке, и то очень редко. А здесь по отношению к Юсефу. Некоторые комментарии говорят, а этим Тора хочет объяснить, почему жена Потифара положила на него свой глаз. А Юсеф был красив станом, красив видом, ну вот так, наверное, и получилось. На это возражает один очень интересный комментатор Октава Акабала. Вы почитайте внимательно. Если бы было так, на самом деле, Тора должна была бы сказать: Юсеф был красив станом и красив видом, и жена господина возвела свои глаза на него и сказала:
Не так сказано. Иосиф был красив видом и красив, красив станом и красив видом. Точка. Пауза. И так случилось после этих событий. Влезает сюда еще вот эти вот несколько слов. Так случилось после этих событий. Зачем они здесь нужны? Кому они здесь нужны? Они здесь мешают. То есть идет развитие сюжета, и вдруг и было после этих событий. Каких событий? После, до того, какая разница? Тахлис, красивый, молодой, стало быть, Тора хочет здесь подчеркнуть. Не из-за этого она подняла на него свой глаз. Не это ее пленило. А что пленило? Не красота его, а вот этот вот ореол этого успеха, взлета, то, что вокруг него все кипит, вот это то, что ее и пленило, а не красота. Тогда вопрос возвращается. Зачем же Тора говорит, а Иосиф был красив станом и красив видом? Придется нам зачитать ответ Раши. Пишет Раши так. Иосиф был красив станом и красив видом, видя в себе правителя, то есть то, что он главный в доме, главный управляющий, он стал есть и пить, и завивать волосы. То есть не просто факт, что он был красивым, а он стал украшать себя, он стал прихорашиваться. На какую-то минуту он стал получать удовольствие от той жизни, которую он живет. Он вчерашний раб, правда? Точнее, он тоже вчерашний раб, он и сегодня раб. Но он же живет совсем не так, как живут рабы. Ест, пьет, живет в роскоши, в комфорте. Реакция его на вот это изменение своей жизни стал прихорашиваться. То есть он адаптируется к этой самой жизни новой в доме у египетского царедворца, к которому он попал. Это реакция Иосифа. Отношение к нему людей, милость, которую проявляют к нему его господин и все вокруг, то, что все его любят, то, что все его носят на руках, то, что все смотрят на него с придыханием, все это на минуту ослепило его. Ему показалось, что он... Тогда Всевышний сказал: «Твой отец скорбит, а ты завиваешь себе волосы? А погоди, я натравлю на тебя медведя». И тотчас же подняла жена его, господина, глаза на Иосифа. То есть в этот самый момент, в момент такого минутного ослепления, когда ему кажется, что он, вот он в таких великолепных условиях, и его все так любят, и он на секундочку забывает, кто он такой, что он на самом деле сын Якова, он из дома Авраама, он попал сюда как раб, и он остается рабом. Как только, на секундочку, он отвлекся от этой мысли, как только он уже адаптировался к этой жизни, почувствовал себя в ней комфортно, Всевышний тут же постарался ему напомнить, кто он и что он. И в результате возникает эта история с женой Потифара, которая кончается тем, что Иосиф своего очень высокого, точно так же быстро, как он поднялся метеором, точно так же быстро скатывается вниз и еще ниже, чем он был. Казалось, он был раньше на очень низкой ступени раб, сегодня он еще ниже. Он оказывается узником в тюрьме. Читаем дальше. Но он отказался. То есть на предложение жены Потифара: «Ляг со мной», он отказался. И сказал жене своего господина: «Ведь мой господин не знает при мне, что происходит в доме, и все, что есть у него, он отдал в мои руки. Ведь нет в этом доме старшего надо мной, и он ничего не утаил от меня, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю столь великое зло, если грешу перед Богом?» Здесь, в этих стихах, прежде всего, мы видим, почему Раши выше должен был объяснить, что то, что сказано, что господин Иосифа не знал при нем ничего и не ведал ничего, и не занимался, не заботился ни о чем, кроме хлеба, который он ест, почему Раши объяснил, что имеется в виду жена? Потому что слова самого Иосифа так говорят: «Нет в этом доме старшего надо мной. Ничего он не утаил от меня, кроме тебя, потому что ты его жена». То есть все находится под моей рукой, кроме тебя, ибо ты его жена. Вот что означает хлеб, который сказан там. Посмотрим еще раз внимательно
текст, что же здесь сказано. Но он отказался и сказал жене своего господина, ведь мой господин не знает при мне, что происходит в доме. То есть все его объяснения, они идут после того, как сказано, но он отказался. И потом уже начинает объяснять его господин. Смотри, мой господин ничего не знает, это же предательство, ведь он же полагается на меня, он все передал в мои руки, как же я могу за спиной его делать подобную вещь, подобное предательство, это нечестно, так люди не делают. Но это все пришло только после того, как сказано, но он отказался. И это не случайно, потому что Йосеф ведет себя здесь тактически очень правильно. Когда другого человека кто-то подбивает на нехорошее дело, то можно было, по идее, так нужно было бы ожидать, чтобы Йосеф сказал этой женщине, будем забывать, она его госпожа, при всем при том, что он управляет все, он же раб, она его госпожа, на предложение, на ее предложение, на ее ухаживание, он должен был бы ответить ей, видите ли, я не могу принять ваше предложение, потому что мне кажется, что это просто нечестно, это предательство, это так неверно отвести, с моей стороны неверно вести себя так по отношению к вашему мужу, то есть объяснить ей. Но это тактически неверно. Почему? Потому что на все объяснения есть всегда возражение. И она бы, безусловно, нашла миллион возражений на все объяснения. Она бы объяснила, почему она бы... Ну и дальше можно было бы себе представить. Любой человек, который читал романы XIX века, он, безусловно, может себе представить, как могла бы развиваться фабула, если бы мы читали здесь Тору, а читали бы мы здесь роман XIX века. Она бы объяснила ему, как страдает, как ее выдали замуж, когда она была маленькой девочкой, как она не любит этого человека, как он над ней издевается. Наплела бы ему здесь три короба. Ну и дальше. А дальше бы роман, известно, как бы, как развивалась бы фабула. Создался бы некий треугольник, и они вдвоем, эта молодая возлюбленная пара, начала бы, они бы начали думать и планировать, как бы этот треугольник им разрешить, то есть как бы избавиться им от старого, противного, плешивого царедворца, еще начальника телохранителя, или кто он там был. Но мы имеем дело не с романом XIX века, мы имеем дело с Йосефом. Кто в нашей традиции называет Йосеф Ацадик, Йосеф Ацадик, праведный Йосеф. Поэтому он ведет себя совершенно иначе. И на ее ухаживание, и на ее предложение он прежде всего отвечает одним только словом «нет», без каких бы то ни было объяснений. И только после того, как он сказал «нет», почему? Не, потому что «нет». После этого уже он из уважения к ней объясняет ей свои мотивы. Почему? Но прежде всего, неважно почему, прежде всего «нет». И так человек должен вести себя в подобной ситуации. И когда кто-то, когда другой человек подбивает его на нехорошее дело, либо когда он чувствует, что яйцер его подбивает, прежде всего сказать себе без всяких причин и без всяких совершенно мотивов «нет, это я делать не буду ни в коем случае, никогда и ни за какие коврижки». А почему? А это я могу объяснить почему. Но прежде всего «нет», «нет» безусловно. Теперь смотрим внимательно его объяснение. Оно тоже совсем-совсем непростое. На что он напирает? «Нет в этом доме старшего надо мной». То есть я здесь человек номер два после господина. «Он ничего не утаил от меня, кроме тебя, потому что ты его жена. Как же я сделаю столь великое зло, если грешу перед Богом?» Иными словами, это нечестно, это не по-человечески, это предательство. Только после этого он говорит «и согрешу перед Богом». Итак, две причины он называет. Прежде всего, по отношению к человеку, по отношению к его хозяину Потифару – это предательство, и он на это не готов идти. Второе – грех перед Богом. Что за грех перед Богом? Раши объясняет. «Шева мицвод Ноах, семь заповедей сынов Ноаха», то есть те заповеди, которые обязаны соблюдать все человечество, в них, безусловно, входит один из запретов, а райот – это запрет, по крайней мере, чужой жены. Стало быть, да, и жена Потифара тоже должна знать, и Йосеф, безусловно, что чужая жена абсолютно запрещена, и поэтому нечем вообще говорить, это же чужая жена. Итак, два аргумента.
Вопрос, почему он тогда начинает с того, что по-человечески это некрасиво и нечестно? Сказал бы сразу просто. Уж тем более так, то, что мы говорим, он прежде всего хотел отрезать. Нет. Так скажи, после этого скажи еще одно. Скажи, нет, пью. Нельзя, запрещено. Бог запретил. О чем еще может быть разговор? А можно было бы сказать, а что ты с этой египтянкой говоришь о том, что Бог запретил? Это ведь запреты для всех бней Ноах. Стало быть, и она тоже должна это знать. И ей тоже должно быть понятно и известно. Чужая жена – это вещь абсолютно запрещенная. Даже в самых-самых-самых примитивных обществах того времени все-таки понимали, что чужая жена – это табу. Почему же он напирает больше всего именно на аспект человеческих отношений, на то, что это нечестное предательство? В книге «Шиурей Даат» Раби Йосеф Лейб Блох останавливается на этом вопросе в связи с своим общим подходом ко многим местам в Торе, в которых он говорит, что есть два аспекта заповеди Бога, два аспекта заповеди Торы. Можно рассматривать каждую заповедь с двух точек зрения. Нам это, кстати, очень важно, поскольку мы всего лишь... У нас осталось несколько дней до Рош ха-Шана, а там уже Йом-Кипур просто уже на носу. И об этом стоит подумать. Итак, любая заповедь, ее можно рассматривать прежде всего как приказание царя, подобно тому, как царь приказал, Всевышний приказал, вот этого делать нельзя, и это нельзя, и это нельзя. И пригрозил, что если ты так будешь делать, тебя ждет наказание. За это нарушение такое наказание, а за это нарушение такое наказание. То есть наказание, оно не истекает из самого нарушения, а Всевышний так постановил, гзейра, то, что называется, так постановил, что такое-то преступление влечет за собой такое-то наказание. Можно рассмотреть иначе. Можно рассмотреть это заповеди не как царские указы и приказы, а как указание врача. Врач, когда он говорит человеку, вам нужно сбавить вес, или вам нельзя есть жирное, жареное, вам нельзя курить, вам нельзя употреблять того-то и того-то, он не устанавливает здесь какие-то запрет, и он не грозит наказанием. Когда он человеку говорит, смотрите, если вы будете продолжать в том же духе, то у вас будут осложнения болезни, у вас появятся такие-то и такие-то симптомы. Это не угроза его наказания. Если ты меня не послушаешься, то я на тебя нашлю боли в пояснице или колики в животе. Нет. Он просто объясняет, что природа, он учился, и он знает, что природа вещей, природа тела, она такова, что человек, который нарушает естественные вот эти вот законы, человек, который позволяет себе, есть результат совершенно естественный его действий. И если больной его ослушается и потом придет жаловаться, доктор, вы знаете, действительно, как у меня появились боли в животе, ну вы простите, я больше так не буду, и я очень сожалею о том, что я так делал, что я вас ослушался, только не наказывайте меня так ужасно, потому что мне жутко-жутко больно. Понятно, что это нонсенс. Врач не наказывает, врач только предупредил тебя о тех последствиях, которые будут, естественные последствия, которые будут так, в такому поведению. Итак, каждая заповедь может быть рассмотрена как царский указ, приказ, и может быть рассмотрена как рекомендация, указание врача. То есть Всевышний, создав мир по определенным законам, раскрыл нам эти законы. И сказал, смотрите, вот так вот не делайте, потому что если вы так будете делать, то естественный результат того, что человек будет есть хамец в Песах, или он будет есть свиное мясо, или он будет есть мясо неубитого еще животного, вот результат будет такой-то и такой-то. Это естественный результат нарушения. Природа созданного мира, она такова. Так Всевышний ее создал. Какая разница между вами? Можно рассматривать так, можно рассматривать так. Оба аспекта верны, как и мы говорим в молитве, прося прощения за грехи, слахлану авину кихатану,
халану малкему кифашану. Мы просим, чтобы Бог нас простил, как Отец наш, прости нас, Царь наш, прости нас. А мы обращаемся к Нему и как Отцу, и как Царю. Как Царю – это первый аспект царского указа. И как Отцу, который жалеет нас – это второй аспект. Аспект совета, рекомендации, указания врача. Разница между ними, она вот какая, существенная. Если это рекомендация врача, то иногда, я даже если, в общем-то, я человек послушный, я то, что говорят мне врачи, я обычно к этому прислушиваюсь, но иногда я нарушу их рекомендации. Когда? Когда мне это, скажем, даст мне большое преимущество совершенно с другой стороны. Если врач, простой совершенно пример, если врач повелел человеку, предположим, каждый день ходить в бассейн плавать, но сегодня человек знает, что сегодня ему предстоит какая-то важная сделка, на которую он может заработать $1 000 000, а если он пойдет в бассейн, то сделки больше не будет, то человек даже послушный, тот, который относится к своему здоровью серьезно и слушается врачей, он делает отчет верно. И имеет смысл. Хотя, может быть, за это будет не наказание, будет результат. Из-за того, что я не поплаваю, спина у меня будет болеть? Будет болеть. Но $1 000 000 стоит того. Пусть поболит спина. Я готов на головную, да не только на спинную боль, но и на головную боль, и даже на боль в колене за $1 000 000. Готов на это. Если это царский указ, то такой подход не мыслим. Сказать царю, ваше величество, вы хотя приказали так-то и так-то, но я ведь ради $1 000 000 я плевать хотел на ваши законы. К царю с таким подходом подойти, безусловно, нельзя. Так вот, к чему все это длинное предисловие? До Синайского откровения, до того, как Всевышний дал Тору на Синае, все законы, в том числе и Шева Мицвод Ноах, 7 законов сынов Ноаха, они были только в плане рекомендации врача. Не было здесь царского указа. Царский указ с тем, что, как говорят наши мудрецы, Кабалатон Мальхут Шамаим, принятие на себя иго царя, власти царя, это произошло только на Синае. До этого власти царя нет. До этого есть рекомендации. Ну, а коли это рекомендации, то при определенных условиях можно ими пренебречь. Если есть с другой стороны, большая выгода, большая польза. Это то, что было здесь, говорит Рав Блох. Вспомним, что в самом начале сказал Раши. Что руководило женой Потифара? Какие были ее мотивы? Похоть? Нет. По крайней мере, не только. Она же, здесь же были еще возвышенные мотивы, и об этом она сказала. Я по астрологии видела, что у нас будут общие дети. Так как же ты от этого отказываешься? Ну хорошо, Бог запретил чужую жену, да, но ради того, чтобы у нас были общие дети, а будущее таково, и твое потомство произойдет не только от тебя, но и от меня тоже, так стоит того, пусть мы нарушим закон Бога, но имеет же смысл, стоит ли того, это претензия. А как с этим? Ну, я говорил сначала, что если начать объясняться, почему нет, то на это будет возражение, вот какое у него было возражение. Религиозное возражение. Ты что же, ты против воли Бога хочешь сказать? Верно, Бог запретил чужую жену. Да, я чужая жена, согласна. Но тот же самый Бог предсказывает, что у нас с тобой будут общие дети. Так имеет смысл? А вот на это ответ был совершенно неожиданный. Да, есть случаи, в которых ради определенной пользы наши працы готовы были нарушать законы Бога. Пример тому, отец Юсеф, Яков, он женился на сестрах, на двух сестрах одновременно. Вещь, которую в дальнейшем Тора запретит. И мы знаем, что наши праотцы старались соблюдать все законы Торы еще до того, как они были даны. Верно. Но до того, как они были даны, они существовали только как советы врача, только как рекомендации. Поэтому, когда Яков увидел, что есть большая польза в том, что он женится на двух сестрах, ибо именно они и построят его семью, ибо они построят в дальнейшем еврейский народ, 12 колен Израиля родятся именно от них, от двух сестер. Имело ему смысл взять на себя этот грех, нарушить этот запрет для той великой пользы, которая из него произошла. И она действительно произошла. И
И последствия этого греха были у него в доме. Конечно, ему пришлось это стерпеть. Он заплатил за это по полной программе, как сегодня. Сполна, до последней копеечки он за это заплатил своими страданиями. Но это ему имело смысл. Все это имело смысл, да, когда человек это берет на свой счет. То есть ты готов нарушить закон Бога, и ты готов заплатить цену, как человек, который готов был не пойти в бассейн или еще что-то сделать, и потом расплатиться спиной болью в спине. Да, готов, пожалуйста, когда будет болеть твоя спина, но не чужая. Расплатиться чужой спиной нельзя. Даже если ты думаешь, что ты тем самым достигнешь невероятной пользы. Поэтому Йосеф ей говорит, он говорит и в самом конце, если грешишь против Бога. Не это главный аргумент. Главный аргумент другой. Здесь есть человек. Здесь есть другой человек. Это твой муж, а мой господин. По отношению к нему подобное поведение наше с тобой. Если мы это сделаем, то мы окажемся последними свиньями. Мы окажемся предателями. Мы окажемся людьми, которые обманывают человека, который на них положился. На это нельзя пойти ради какой бы то ни было пользы. Пусть какая бы то ни была духовная польза, самые-самые высокие мотивы, они все не стоят ломаного гроша, если речь идет о преступлении против другого человека. Это называется «бен-адам лехаверо». «Бен-адам лемаком» – пожалуйста. Запрет двух сестер, которые Бог дал – да. Но обмануть другого человека, предать его – ради каких бы то ни было высоких побуждений, вот этого не делают. Читаем дальше. И было. Хотя она говорила так Йосефу ежедневно, он не слушался ее, чтобы лечь с ней, чтобы быть с ней. Вопрос. Что это за тавтология? Он не слушался ее, чтобы лечь с ней, чтобы быть с ней. Раши объясняет это так. Чтобы лечь с ней, ну, просто. А быть с ней имеется в виду, что она его упрашивала, ну, хотя бы, ну, без, ну, просто так, побудь рядом, не делая ничего. А Талмуд объясняет это иначе. Говорит Талмуд так. Лечь с ней в этом мире, в этой жизни. Быть с ней в грядущем мире. В следующей жизни. Что это значит? Продолжает Талмуд. Кшура бо кекелев. Привяжется к нему, как собака. Объясним. Мы уже сказали, что каждая заповедь, она не просто закон, не просто указание Всевышнего свыше, но и это еще и рекомендация. Как рекомендация врача. То есть есть некоторое естественный результат нарушения. Самый важный естественный результат этого нарушения – это то, что человек разрушает себя, свою личность. Как он разрушает свою личность? Чем он разрушает свою личность, вот если он согрешит с чужой женой? Говорят наши мудрецы, что совершенный грех – он останется привязанным к человеку, он не сможет от него отбиться не только в этом мире, но и в мире грядущем. Подобно тому, как привязывается собака. Я помню, когда я был маленький, жил я за городом, у нас постоянно были собаки. В основном это были собаки приблудные, как звали надворные советники, всякие очень непородистые дворняшки такие. Довольно скверным нравом обычно были. Одна из них, которая приблудилась к нам, она вот так вот привязывалась. Я помню, я выходил из дома и шел к друзьям, или шел еще куда-нибудь, она вечно бежала за мной. Неприлично мне было. Не совсем было неприлично, совсем не кстати являться кому-то домой, еще с бегущей рядом собакой. Я говорю, уходи домой. Она делала вид, что она уходит, поворачивалась. Я продолжал делать еще несколько шагов, оборачивался, вижу, она продолжает идти домой. Я орал на нее, я кричал, я бросался в нее камнями, я угрожал ее избить. Она делала страшную обиженную морду, уходила, поджимала хвост, если я в нее бросался камнями. И снова, как только я отворачивался, делал несколько шагов, шла за мной. Избавиться было от нее невозможно. Вот это образ, который дают нам мудрецы. Что он значит? Избавиться от этого нарушения
как избавиться от вот такой собаки. Ты от нее убегаешь, а она за тобой. Ты в дверь, а она под дверь. Ты сюда, а она вслед за тобой. Всюду бежит за тобой. Это означает вот что. Все, что человек видит, не исчезает бесследно. Все, что человек видит, записывается в его памяти. А уж больше того, не только что человек видит, а то, что человек воображает, уж, конечно, записывается в его памяти. Фантазии человека, его представления записываются в его памяти. А когда человек умирает, память его не исчезает. Умирает носитель памяти. Подобно тому, как если есть диск, диск можно поломать. Поломать, поцарапать гвоздем. Да, совершенно верно. Но информация не умирает. Носитель информации умер. А информация живет. Память человека и со всем тем, что он когда-то думал, а уж в особенности представлял себе, фантазировал себе, все это с его смертью не умирает. Вот получается, что всякие сексуальные фантазии, которые у человека были, человек отправляется, становится в грядущий мир, идет он в новую жизнь, а все это с ним. Все эти диски полные самых постыдных мыслей, фантазий, представлений, картин, которые человек смотрел, все это идет за ним. А стыд ужасный. Человек хочет избавиться от этого, хорошо бы стереть. А можно как-нибудь переформатировать этот диск так, чтобы… Нет, невозможно. Все это там, со всем этим человек туда идет. Поэтому говорят мудрецы, сейчас ты на это идешь, ты подумай. Ты сейчас идешь заниматься с ней, она же потом привяжется к тебе, как собака. Ты ляжешь с ней в этом мире, ты будешь с ней потом в грядущем мире. И никуда от нее не избавишься. Никуда. Только одна вещь. Только тшува. То есть полное раскаяние, тшува. Я не могу сейчас входить в детали, каким образом, но тшува действительно в состоянии привести к тому, что человек не форматирует свою память, а переписывает ее заново. И тогда все эти ужасные картины могут уйти. Но если этого нет, если человек умирает, не сделав тшуву, а он только живет тем, что, ну да, когда-то он совершил грех и постарался его забыть. Это он забыл, но память-то осталась. Что значит забыл? Это значит, человек затолкал какие-то неприятные мысли и воспоминания, затолкал это в подсознание. Но там-то они есть. И оттуда-то они вылезти могут. А при жизни человек себя более-менее контролирует, у него это все это дело не вылезает. Может быть, когда-нибудь во сне вылезет? Это да. Но наяву не вылезает, человек себя контролирует, да. Себя контролирует своей волей, пока живой. Помрешь, не будет контроля. Все, что есть на диске, все это вылезет. И только тшува в состоянии, настоящая тшува, настоящее раскаяние человека, в состоянии переписать заново всю эту информацию. И тогда человек приходит в грядущий мир с совершенно иным, уже совершенно иной записью. Но если этого он не делает, то как собака привязывается к нему, как собака. И было. И вот случилось. В один такой день, что он вошел в дом делать свое дело, и никого из домашних в доме не было. Раша объясняет, речь идет о… Было празднество, когда все египтяне, все домашние отправились в капище их какого-то божества, дом был пустой, должен был быть пустой, в доме никого не должно быть. И жена Потифара решила, что это самый удачный день, другой такой удачи не будет. Она попытается свои планы осуществить. И действительно ей повезло, Йосеф приходит в дом. Написано, что он приходит делать свое дело. Раши приводит два мнения из Талмуда. Рав и Шмуэль, которые разошлись во мнениях, спорят, что имеется здесь в виду. Один говорит, да, действительно, он собирался делать дело, то есть он воспользовался тишиной в доме для того, чтобы сделать годовой отчет, свести весь баланс, дебет, кредит, все посчитать, составить годовой отчет. Все пошли в капище, а он, естественно, ему там нечего делать. Другие говорят, нет. Второе мнение, то, что он пришел делать свое дело, имеется в виду, что он уже сдался. То есть он пришел к ней. Он понял, что от нее он уже, от ее домогательства он уже устал, он не сможет устоять, и он пришел с ней. И только случилось чудо, что он вдруг увидел перед своими глазами образ своего отца. И в последнюю минуту это видение образа своего отца и понимание, что он сын Якова, и что он потомок Авраама, не может так быть, что он сейчас согрешит так, что потом она, как собака, привяжется к нему, это его остановило в последний момент. И она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. И он оставил свою одежду в ее руке, побежал прочь и выбежал вон.
быстрее, 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 чтобы понимая, что если он будет пытаться сейчас не говорить, уговаривать ее, тогда он пропал. Быстрее, скорее, вон, оставив улику в ее руках. И было, когда она увидела, что он оставил в руке ее одежду свою и выбежал вон, то кликнула своих домашних и сказала им: «Посмотрите, что он привел к нам еврея посмеяться над нами». То есть жалуется здесь на своего мужа. Вот он привел раба еврея, только который смеется над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла голос и закричала, оставил свою одежду и побежал, и вышел вон. И оставила на его свою одежду у себя до прихода его господина домой, и пересказала ему те же слова, говоря: «Пришел ко мне раб еврей, которого ты нам привел, чтобы насмехаться над мной». Иными словами, она обвиняет Йосефа в изнасиловании, в домогательстве, в попытке изнасилования. И вполне можно себе представить, чем должна была бы закончиться эта история. По идее, это был бы конец не только карьеры, но и жизни Йосефа. Обратим внимание. Спрашивает это Рав Залман Сарацкин в своей книге «Узнаем ли Тора». Раши нам в самом начале объяснил, почему вклинилась история про Иуду и Тамар в историю Йосефа посередине этой истории, для того, чтобы нам сказать, сравнить поступки и то, и другое, чтобы показать нам, что мотивы жены Потифара не были такими простыми, это не была простая похоть, а ей руководили высокие побуждения. Она хотела иметь потомство, она знала, что у нее будет потомство от Йосефа, и она это хотела сделать. Точно так же, как Тамар. Спрашивает Рав Залман Сарацкин: ну как так получилось, что по всей нашей традиции Тамар воспринимается как праведница, а жена Потифара осталась символом греха и мерзости? Почему мы ее воспринимаем как гадину, если у нее были такие высокие побуждения? Ответ его потрясающий. Высокие побуждения. Человек может считать, что у него высокие побуждения, другие люди могут думать, но иногда человек обманывает себя. Ему кажется, что он действует, исходя из высоких побуждений. А как же человеку себя проверить? Он всегда будет вечно заниматься самообманом? Есть такая возможность. Человек проверяется не тогда, когда у него все получается, не тогда, когда все у него хорошо идет, а именно тогда, когда у него не получается. Что сделала Тамар, когда у нее не получилось? Она хотела иметь детей от Иуды и от его сыновей. Не получилось. Он ей стал морочить голову, сказать: ладно, ладно, подожди, потом, потом. И нет ничего. Сына Иуды на ней не женится. И ничего нет. Что она попыталась сделать? Она сделала то, что она сделала. Она попыталась оказаться вместе с Иудой, но затем готова была сгореть в огне только для того, чтобы его не осрамить. Ничего не получится. Значит, ничего не получится. Как ведет себя жена Потифара? Если у нее получится и домогательства ее дадут результат, все хорошо. А в тот момент, когда не получилось, она готова его убить. Она обвинила его в изнасиловании, зная, что это будет означать его смерть. Мстит ему страшным образом. А как же высокие побуждения? Значит, не было высоких побуждений. Человек обманывает сам себя, живет самообманом. Ему кажется, что у него высокие побуждения. Если хочешь знать, ты действительно работаешь лешем шамаем или нет, смотри на себя не тогда, когда ты преуспеваешь, а когда у тебя не получается. Так очень бывает. Есть различные организации. В нашей еврейской среде это очень принято. Есть различные еврейские организации, которые, естественно, друг с другом соревнуются, между ними есть конкуренция и так далее. Ну, естественно, она только лешем шамаем. Каждый старается делать во имя Бога, во имя распространения Торы, во имя высоких идеалов. Очень здорово. А посмотрите, господа хорошие, на себя в тот момент, когда у тебя не получается. Например, ты хотел сделать один проект, ты другая организация хотела сделать один проект. У тебя не вышло, а у них вышло. Вышло и получилось. Что ты чувствуешь? Если ты чувствуешь радость за то, что этот проект получился не у тебя, а у других, тогда ты работаешь лешем шамаем. Но если ты чувствуешь досаду, что у них получилось, а у нас не получилось, они получили эти деньги, а мы нет, то ты работаешь не лешем шамаем, а ты работаешь ради себя. Я у тебя на первом месте, а не Бог с его Торой и со всеми идеалами. Точно так же здесь. Человек проверяется не на успехе, человек проверяется, когда он терпит фиаско. И когда Тамар потерпела фиаско, она скромно ушла. Когда жена Потифара потерпела фиаско, она готова сгноить того, чьей любви она домогалась только вчера.